чистый лес, чистый разум. Именно по этому принципу действуют волонтеры во время очистки Подушкинского леса от мусора. Члены общественной палаты вместе с жителями Одинцовского округа провели тотальную экологическую акцию ко дню города. Сегодня у нас прекрасный праздник, День города Одинцово. И вот мы в составе комиссии по экологии, в принципе, общественной палаты Одинцовского городского округа, мы в прошлый раз, когда убирались в Глазынинском лесу, решили, а давайте вот, ну, сделаем такой как бы праздник, начнем с доброго дела. И люди, как бы, я смотрю тоже, вот, кто проходит мимо, некоторые присоединяются и с детьми помогают убираться. Бутылки, пакеты и другой мусор, оставшийся после пикников. Собрали все, что только можно. Этот субботник основательный. Для распиливания поваленных деревьев привлекли даже спецтехнику. Кстати, что на субботник пришли не только одинцовцы. Делать лес чистым – это не только важно, но и очень приятно. Это работа над собой, это тот труд, который ты рад подарить безвозмездно, потому что ты видишь прекрасный результат. Экосознание людей нужно менять. Для этого нельзя оставаться равнодушным. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».